Англичанин и ирландец ехали на верхнем уровне лондонского автобуса, и англичанина особенно раздражали окружающие их суматоха, суета и резкий шум. Они подъехали к Вестминстерскому аббатству, и в этот момент его колокола взорвались приятной мелодией. Англичанин повернулся к своему приятелю и сказал: «Как возвышенно! Разве не чудесен этот величественный колокольный звон, обращенный к небесам? Разве не возносит он наши мысли все выше и выше, к Создателю всего сущего?» Кейси наклонился к нему, приложив к уху ладонь. «Говори громче, Джордж!» «Этот великолепный звон, старина, разве он не наполняет тебя чувством почтения и благоговения? Неужели этот серебряный колокольный звон не пробуждает в тебе драгоценных воспоминаний о счастливом прошлом?» Кейси наклонился еще ближе. Его лицо по-прежнему было озадачено. «Джордж, говори громче, я не расслышал ни единого слова!» Англичанин крикнул ему прямо в ухо: «Звон, старина, чудесный звон! Это прелесть! Какая мелодичность! Разве это не возвращает тебя к тем призрачным видениям прошлого, когда мир еще был молод, а юное сердце человека с нежным почтением следило за поразительными чудесами божественного?» Кейси прижал губы к уху англичанина и воскликнул: «Проклятие! Не могу расслышать ни слова! Эти чертовы колокола гудят, как ракеты! Провалиться мне на месте! Я не слышу даже самого себя!»